Цезарь, друг сердешный, ну заходи, давно заждались. Нет, не поздно. Да, конечно. Не развязывай сандалии. Брось ты эту табуретку. Эй, принесите гостю кресло. Он у нас бывает редко. Так пускай пониже чресло. Пей, замерз ты как собака. Угощайся, а не курим. Эй, вы там, кончайте плакать. Мы потом добалакуем. Тут у нас такие гости. Украшение компании. Что, не спится на погосте? Или плохо закопали? Или совесть беспокоит? Или соседи кровопийцы? Или что-нибудь такое, что забыли летописцы? Или, может, не забыли? Да, писать про это тошно, знать за это и убили. Император не святоша, без убийства он не может удержаться на маршруте, а в тоске на смертном ложе. Ты мечтал о Марке Бруте? Да мечтал о высшем кукиш, эпитафией на прах мой. Милосердие не купишь, не измеришь тетрадрахмой. Милосердие для слабых, сильным яду из флакона. Мне бы слабость, я тогда бы не стоял у Рубикона. Так почему же, Боже правый, ты играл со мной в прятки? Почему не дал отравы? Тише, Цезарь, все в порядке. Ты у нас, душа святая. Ты борец не за награды. Что, пора уже, святая? Ну заходи.